Видео подготовлено сайтом online.gdz.net, страница 8, задание на полях страницы. Здесь мы должны сравнить два рисунка, которые состоят из ромбиков. На первом рисунке у нас вверху зеленый ромбик, на втором тоже. На первом рисунке вторым является красный ромбик, а на втором рисунке он является третьим по счету. Дальше третьим идет на первом рисунке синий ромбик, а на втором рисунке фиолетовый ромбик идет вторым. И на первом рисунке последний зеленый ромбик, и на втором рисунке тоже последний зеленый ромбик. То есть по цвету меняются две средние фигуры. Если вам понравилось видео, смотрите остальные решения на нашем сайте. Если есть вопросы, предложения или пожелания, подписывайтесь на нашу группу в социальных сетях.